Посмотрите, Юля решила помыться, устроила тут баню и все затопила. Тут сток воды забитый или он очень плохо работает. И, в общем, сколько тут все затопило, потому что через этот порог вода перетекла. И мы затоплены. Всем доброе утро, ребята. Здесь повар жарит блинчики. Я Ярика кормлю блинчиками. Сережка делает чай. Еще сделал тоже повар омлет такой. Будем есть. Доброе утро. Блин, доброе утро. Мухи задолбали, да? Даже? Сегодня у нас годовщина нашей семье 4 года, да, Зайка? Да, Зайка, да. Поздравляю, очень люблю. Я тебя люблю, поздравляю, не верится. Уже нам 4 года, представляете? Уже полноценная семья, у нас уже есть Полинка. Есть... Ярику вчера купили жилет вот такой. Давай, давай, работаем ногами, работаем, 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 работаем. Молодец, сынок. Работаем ногами. Ты такой взрослый. Работай ногами. Работай, работай, работай. Молодец. Пошли на кораблик, Ярик. Идем? Да, как? Только розовый, в розовом цвете был жилет. Такой купили, да? Вот это. Вот это классная штука, да? Да, да. Нас привез вот этот бусик, и мы сейчас едем на кораблике. Будем плыть. Все, приехали мы покататься на подводной лодке. Вот там наша лодка стоит, желтенькая. Вот наш батискаф. Сейчас будем изучать морское дно. Ну что, Ярик, нравится тебе тут? Да. Мы уже на кораблике. Так в этом... Вода красивая. Да, да, красивая, прозрачная. Наш капитан. Сейчас мы рыбу луну найдем, да? Вода очень прозрачная, классная такая. Ярослав, рыба так не отзовется. Закончилась экскурсия, продолжалась примерно полтора часа. Нам офигенно понравилось. Мы очень рады, что мы не успели в Германии сходить в аквариум, потому что искусственный аквариум — это одно, когда ты в натуральном море плаваешь, в Черном море, ой, боже, Черном, в Красном море плаваешь на корабле, на таком батискафе и смотришь на этих всех рыб в их естественной природной среде обитания, то это совсем другое, ребят. И реально круто, классно.
по деньгам, кстати, оно получается дешевле, чем какой-нибудь вот этот аквапарк, не аквапарк, а аквариум посетить в Германии. Там это стоит 20-25 евро. Тут это стоит $20, и то я уверен, что можно дешевле взять, если брать напрямую. Это мы брали через отель, это понятно, с ихними накрутками, там чуть ли не двойными. Наверное, оно тут вообще $10 стоит, эта экскурсия. Вот еще красивая рыба. Надо будет Тимофея спросить, как она называется, я уже забыл. Рыба, крылатка, он вроде бы говорил. Смотрите, украинский Исудзу. Ой, Полина испугалась. Пришли в ресторан. У нас сегодня годовщина. 4 года, как мы... Ты уже говорил. Да. Как Юля сказала мне, да, мы женились. Да. И Юля говорит, хотела бы сегодня чего-нибудь выпить. Приходим в ресторан, а тут такая вот красота стоит. Как коктейли. Алкогольные, безалкогольные. Сейчас что-нибудь выберем и выпьем, да? Ну что, ребята, за наших 4 года следует. За тебя, моя дорогая. За нас. Тебя очень люблю. И тебя мы любим. А, ты хочешь уже свечку задувать? Ребята, мы уже дома, и сейчас смотрим русское телевидение. Здесь есть русские каналы, и, ну, не знаю, классно. Ты говорил, да, что мы посмотрели там «Москва слезам не верит», даже пересмотрели с Сережей. 10-й раз. Да. Ярик уснул, Полина сейчас тоже засыпает. Мы здесь познакомились, есть одна украинка, то есть русскоязычная, вообще только мы, и это Ира, с которой мы познакомились. Она с двумя детками приехала, с Киева, на неделю. Мы уже познакомились сегодня, на экскурсию ездили с ней. Ярик уже разыгрался с Тимой и с Машей, они уже играли, сегодня вместе кушали. И завтра, возможно, мы уже поплаваем, осмелимся в Красном море. Да. Пляж у нас не очень, но ждем. Есть у нас там такой спуск, Ира говорит, давайте уже, мы ж на море приехали, давайте хотя бы попробуем, какое оно, говорит. Честно, вообще не хочу, я этого морского дна боюсь, я особенно вижу, какое оно здесь, страшно. Ну все, ребята, будем ложиться спать и говорим вам пока-пока, до новых видео. Всем доброе утро! Мы уже позавтракали, и я уже поплавала. Полинка поспала, проснулась. Ярик бегает. Гоняет мяч. Ярослав. Там где-то папа наш. Сегодня классная погода и очень теплый бассейн. И Полине сегодня 6 месяцев. Полине 6 месяцев сегодня. С праздником, малышка. Она уже совсем взрослая девочка. Доброе утро. Ярик уже осмелел и уже сам пытается зайти в бассейн.
Полине сегодня 6 месяцев. Осторожно. Ставим. Да. И давай один. Ну, Полину с днем с днем рождения. Но это не день рождения, но с праздником маленьким, да? Давай еще разок. Ура! Ярик, осторожно, подожди. Там же вонь. Давай я сейчас сфоткаю. Подожди, не туши. Мама, я хочу крылатку сфоткать и картину поставить.